Девочки, всем привет! Картина маслом. Грачи прилетели. А он, кстати, не видно в окно Ириску? Сидит такая, прям сидит на духовке. Такая стройненькая. И ушами только, как эта белочка. Короче, вы думаете, мы переезжаем? Нет. Мы большую часть хлама везем к Лёшиному отцу. Лёша недовольный, знаете, из-за чего? Вот из-за вот тут меня. Лёша в бешенстве, не то что недовольный. Лёша в бешенстве. Развод будет. А? Б. Чё, развод? И говорю серьёзно. Меня бесит скоро. Слышали, девчонки? Не хотела это показывать, блин, пусть будет так, как будет. Вот. Он сказал, что разведется со мной, блин, из-за этих тряпок. Вообще, на пустом месте. Хотя я сказала, что по большому счету я не тащу это в квартиру. Тут есть много чего дорогого, блин, для меня. Я уже сейчас про это забуду, оно мне не будет глаза мозолить, как здесь в кладовке. Я все равно это все видела. Я расхламлю и выкину, блин. Я понимаю, конечно, что сейчас многие не поймут и не обязаны понимать меня. Но с другой стороны, блядь. И не вздыхай. Я должна, блин, вздыхать. Я должен таскать этот хлам. Я сказала, что я буду таскать. Ты не будешь ничего таскать. Они неподъемные, блядь. Да я буду частями таскать. Я просто не верю. Да, вот эта вот корзина, вот его больше всего бесит. Вот эта вот корзина, блин. И там есть, что мне надо, по большому счету. Я это... Я не хочу сейчас копаться там, сидеть и думать, и голову свою забивать. Это, блин, надо сказать? На ровном месте вообще? Главное, что я его услышала. Ну, все. То есть для меня тоже что-то, да я буду тоже кричать такими словами кидаться. Мне пофигу. Развод, значит, хорошо. Вообще отлично. Начну жизнь с чистого листа, блин, в новой квартире. Ну и что ж ты без ремонта? Нет. Ты же мне сказал сейчас это! Да, я пойду. Ты же сейчас это сказал! Девочки, вы слышали? Вы же сами это прекрасно слышали, что он сказал. А теперь он, блин, заднюю включил. Отлично. Я тебе сказал, ты готова развестись, блин, из-за этих тряпок. А ты переворачиваешь, блин, чё? В смысле я готова развестись? Ты сказал, я разведусь с тобой из-за этих тряпок. Ну да, из-за своего брахла, блин. То, что ты не ценишь вообще, что я говорю. Тебе барахло это дороже. Я сказала, что я это расхламлю, блин, как летом, ничего весной. Ничего ты не сделаешь. Значит, ты выкинешь просто это, если я расхламлю. Почему я должен таскать туда-сюда, а потом еще и выкидывать? Я могу сразу это все выкинуть, хлам это. Так я тебе сказал, что я отнесу. Сама ты в это веришь, блин? Ничего. Не ругались. Ну, видимо, накипело, блин, наболело. Да, я говорю, здесь, по большому счету, вот все, что вы видите, ну, я говорила про это. Вот, вот, здесь одна единственная сраная картина, вот эта вот, блин, в которой, да, там до хрена всякого говна. Ну, вернее, я даже не помню, что там. Она тяжелая. Я не знаю, что там на дне лежит. Хотя она такая... Как вам показать-то? Никак, наверное, не покажу. А, вот она. Такая, видите, плетеная. Я не удивлюсь, если там его что-нибудь еще. Инструменты какие-нибудь. Не знаю я, что там. Мне не видно. Я даже не хочу показывать, потому что скажете, Оксана, на самом деле, ты больная на голову, что это тащишь. Да-да.
по идее, вообще ее просто надо взять на помойку, отнести и все. Я не могу. Да тут даже девочки, ну элементарно, вот. Что, приехал газель? Приехал газель. Утюжок дорожный есть. Да подожди, что ты ее тащишь-то? Что ты сидишь? Да я одену куртку, понесем. Я тебе вместе говорил, девочек, газель подъедет. Мне потеть стоять. Выйди на улицу, потому что она подъезжает. А чего можно ждать, Оксана? Что тут ждать? Вот ты стоишь, опять не одеваешься. А говорил, что я буду таскать. Он сказал, я не понесу ее, я спину надрывать не собираюсь. Все, пошла одеваться, пошла, а то действительно, блин, развод будет. Ну вот так мы на самом деле. Ну, мне холодно, мне надо одеться. У нас минус 10 сегодня, девчонки. Там ДВПшка в матрасе запакована, не сломай. Бери уж свой камень отсюда. Ладно, все нормально будет. Ирис, иди в спальню, иди. Пойдемте, я вас куда-нибудь поставлю в сторонку. Ты что прикалываешься? Куда ты ее понесла? Ладно, в кухню поставлю. Иди на сестру в газель. А? В газель неси. А? В газель неси. Что тут еще? Стол. Кроме стола. Кастрюли. Вот книги, коробки вот эти.
Это же и на машину. Как я его выброшу? Покажи мне. Выдала бы что ее. Дерись, не бойся. Иди, не дери. Дядя Юрий, гостиница. Ну, тут. А может потом еще я еще не доставала из другого места. Да, ну это можно в машину. Ага. Здрасте. Да, Оксана? Да. А, Лёш, кроватка еще. Как жалко. И нам жалко. А что делать? А далеко? В Ильинку. А здесь уже продали? Да. Кто будет? Молодая семья. Нормальные. Жалко. Старых у нас никого уже нет. Жалко. Ну а что делать? Ну мы еще не сегодня. Ну это понятно. А там уже трех? А? Двух. Изолированная. Так, вроде бы все, девчонки. Тоже, вот смотрите, вот книжки. Это мои книжки, они очень хорошие. Я детям обещала их читать и буду читать. Он говорит, выкинуть. Я говорю, в смысле выкинуть? Короче, в общем, все. Да, все, все, все. Все. А это уже в квартиру. Лёш, у тебя все хорошо? У меня как всегда. Значит, все хорошо. Какой красивый сегодня день. Мороз и солнце, день чудесный. Красивый прям, да? Что грязное. Мы уже подъезжаем практически. Девочки, смотрите, как снег блестит. Не знаю, вам видно? Так красиво вообще. Мы приехали, ждем, вот газель уже приезжает. Не знаю, как он там развернется. Ну, будем разгружать. Не разворачивается. Вот что значит профессионал. Он во дворе у нас забуксовал так. Вообще у нас там голый лед и не чищено. И вообще он прям долго буксовал, буксовал. Сейчас справится. Главное, чтобы столб так-то стоит. Не это. Не по фэншую.
Нормально. Продолжим. Угу. Всего-то ничего. Тут дорога до одна, да? Другой дороги нет. Да, одна дорога. А по другой только пешком через кладбище. Девочки, вы поняли, что произошло? Вы у меня упали, представляете? В общем, Леша уже кроватку отнес, стол, книжку. Вот штатив, и вон, представляете, он в сугроб упал. Ветер здесь сильный. И я, блин, не сразу... Леш, телефон упал, что-нибудь будет с ним? А? Ничего. Ничего. Я охраняю. Да нет, сейчас я тоже понесу. Вон санки повезу с коробками. Вы представляете, а? О, засада. 10 минут. Он у меня упал. А у тебя есть перчатки? Все, девочки, выезжаем. Почему-то задом, а что-то не развернулся. В общем, все, загрузили, выгрузили. Точнее,
Леша с дядей Юрой. Дядя Юрий, спасибо. А я с тетей Олей стояла, разговаривала. Дядя Юра дал две шоколадки мальчишкам. Сейчас едем к Вике за переноской для Ириски. Она пластиковая. Если бы она была тканевая, я бы не стала брать ее. Ну, потому что она бы кошкой пахла. Ну, это, наверное, тоже будет пахнуть. Но я ее сегодня помою. И, ну, я надеюсь, что все будет нормально. Просто Ириска испугается, будет впиваться. Ну, она же у нас никогда никуда не ездила. Поэтому вот. Ну все, большое дело сделали. Лето приеду сюда расхламляться. Вот. Так что вот так что. Дядя Юра с тетей Олей придут, ну, на новоселье. Дядя Юра, когда, говорит, про тебя было, нет? Про новоселье это все, на новоселье это пригласите. Тетя Оля, ты что напрашиваешься? Я говорю, ну конечно, сейчас, говорю, переедем, да приходите в любой день. Вот. Ну все, едем тогда к Вике. А еще я, знаете, что забыла вам сказать? На Авито нашла кроссовки Adidas, бэушные, но в идеальном состоянии. Его Питер, ну, раза два, наверное, одевал мальчик на физкультуру. А потом карантин туда-сюда, и, короче, не носили дети. Дети не носили, физкультуры не было. Вот, и договорилась сегодня встретиться. Блин. Конечно, людям просто лишь бы продать, да, это все понятно. Они же не будут ждать нас до завтра. Ну, неудобно, а мне надо с Арсением ехать, чтобы Арсений померил их. Понимаете, да, девочки? 850 рублей. Ну, они мне очень понравились, поэтому... Ну, блин, за 850 Adidas. Они даже... Я стопу померила у Арсения. Они... Вон Вика идет. Они даже, наверное, великоваты, но велики не малы. Просто у нас были кроссовки одни, нам дали, бэушные. В идеальном состоянии Adidas. Арсений их носил. Федя их носил. Пока вот, ну, не снимаючи. А, это не Вика, это... Забыла, как собаку у нее зовут? Забыла. Но я думала, что это Вика. А это собака. Блин, как собаку-то зовут? Вот. И еще по другому адресу куртка. Тоже в идеальном состоянии. Классная. Классная, и она красная. Ну, не знаю, будет ли Арсений красную носить. Но Лёша про куртку не знает. Девочки, не судите и не судимы будете. Я никогда не скрывала, что мы ругаемся. Ну, вот да, мы никогда не копим в себе, не держим. Но мы уже и не миримся. Ну, то есть ничего не произошло. Единственное, что... Спасибо. Да к тебе завтра в 11:40 в школу. А на час где-то примерно, да? 30. А потом как? Ты как? Ну как мы договорились с тобой? Давай. Ты без колготок, что ли? Иди! Все, спасибо. Вообще. А я что-то не поняла, в чем она вышла. Она вышла с голыми ногами. А сейчас пришло сообщение МЧС, представляете? Что завтра понижение температуры до -23. Это чтобы мы не расслаблялись. Погода шепчет. Ну ладно, ничего, мы прорвемся. Так вот, девочки, я не договорила, но я думаю, что вы меня поняли. Все, поехали. Мы поехали? Да. Машина едет. Поехали, да? Я спрашиваю, мы поехали, все? Домой?